Як Франція ставиться до Росії, до українсько-російського конфлікту? Будемо вже зараз говорити з нашим гостем. Представляю його ще раз, Антуан Аржаковський. Буквально одразу ж після своєї презентації сьогодні в книжковому арсеналі завітав в нашу студію французький інтелектуал, доктор історичних наук, філософ та богослов. І так, Антуан, вам слово. Наверное, перший вопрос буде до вашої книги. Називається вона українською мовою «Розбрат України з Росією». В принципі, вже з названня понятно, що річ йде о тому конфлікті, який зараз між Україною і Росією відбувається. О чому, який фокус, як ви смотрите на нього в своїй книзі, на цей конфлікт? Ну, это книга, которая вышла в июне прошлого года во Франции. И для украинский перевод я добавил одну главу в феврале этого года. И во Франции то, что было важно, это было объяснить ситуацию, потому что люди не понимали, почему вдруг все обрадовались, что есть революция гидности, революция достоинства, и Россия реагирует плохо против этого, тогда как мы считали, что это хорошая новость для Украины. Плюс еще вы знаете, что во Франции нет украинских телеканалов. И то, что есть, это русский телеканал Ukraine Today по-французски, разные издания на французском языке, Спутник News и так далее. Так что в основном интеллигенция и политики, они поддерживают Путин и Россия. И поэтому мне нужно было объяснить, почему на самом деле Россия так плохо отреагировала на революцию достоинства, которая произошла в Украине. Почему, как историк, так случилось. И главное, это, чтобы объяснить французам ситуацию, нужно делать сравнение с тем, что мы пережили. Война между Францией и Германией имеет та же самые причины, как война между Россией и Украиной. Это уже тысячелетие, что французские короли, с одной стороны, и, с другой стороны, немецкие императоры хотят быть единственные наследники великого Шарлеманя, король великий. И на самом деле Россия и Украина сегодня это то же самое. Каждый хочет быть единственный наследник Киевской Руси. И проблема та, что в 19 столетии Карамзин, русский историк, придумал новое понимание русского мифа, идея освободительную войну, освобождение Украины от поляки и так далее. И это вошло глубоко в ментальности в России. Это было критиковано другими историками, как Георгий Федотов, который стал эмигрантом во Франции, и который объяснил, на самом деле, Карамзин неправильно все описал. Но проблема, что Георгий Федотов не знают в России, а знают Карамзина. Другая проблема, это что в Украине Грушевский тоже имел свою мифологию и объяснил, что украинцы единственные наследники Киевской Руси. И мне кажется, это тоже несправедливо, потому что есть действительно связь между Киевской Русью и созданием Московия, государства, а потом в 17 столетии российское правительство через князь Александр Невский. И нужно это объяснить, что эксклюзивная историография, которая не позволяет понять, как создались три нации – Белоруссия, Украина и Россия – на основе этого общего прошлого Киевской Руси, то это приводит до войны, если вы делаете такую эксклюзивную историографию. Мне было важно объяснить французскими интеллектуалами, что Франция
Германия является нацией государства, но не должны иметь эксклюзивную историографию. И после Второй мировой войны историки могли написать новую историю, которая объясняет, что богословские понимания политики, которые были в Средневековье, не касают нас сегодня. А сегодня мы можем строить вместе новые политическую организацию, это европейское сообщество. А это возможно только потому, что мы исцелили раны прошлого. Это первое, что я хотел объяснить. А второе, что мне было важно объяснить, это что Украина долго сама искала себя. Что такое украинская идентичность? Нам было сложно понять, потому что украинцам самими было сложно объяснить, кто они. И мне кажется, революция достоинства показала, что есть действительно ценности, которые объединяют и Восточная Украина, и Западная Украина, и католики, и православные, и христиане, евреи, мусульмане и так далее. И тогда, поскольку я делал для этой книги тоже интервью вместе с Арсением Петровичем Яценюк, он мне дал много времени до революции гидности, но во время революции я также мог разговаривать с разными деятелями этой революции, как министр освиты Сергей Квит. То, что произошло, это новое осознание себя как нация государства, которая является двухкультурная, двухмовная, и я бы даже добавил экуменичная. Ценности, свобода, достоинство, справедливость выше, чем эти разделения прошлого. Есть такое осознание, что нас объединяет желание быть частью европейского сообщества. Нас объединяет то, что мы хотим, чтобы наши дети жили в справедливое общество и так далее. Это очень сильный знак, очень сильный месседж, который дала Украина в начале 2014 года. И таким образом мы можем тогда сказать, да, Украина – это не Россия, потому что в России есть такая богословие политики, похожее на французское, что есть одна территория, одно правительство, одна церковь, один язык. А Украина говорит что-то другое, похоже, мне кажется, на то, что Канада говорит, что да, это одна нация государства. Но эта единая нация государства определяет себя через диалог между две основные культуры. Я понимаю, что есть и татарское, и еврейское, и другое, но в основном 95% населения Украины является двухмовная. В основном на 45 миллионов жителей Украины больше чем 30 миллионов определяют себя как либо православные, либо католики. Так что в основном это двухмовная, двухкультурная и двухрелигийная сторона Украины определяет идентичность. И это богатство. Европейское сообщество, это не случайно, если столица теперь является Бельгия. Потому что как раз Бельгия – это страна, где есть две языки, две культуры и так далее. Это то, что позволяет дышать для европейского сообщества. И мне кажется, что это то, что происходит сейчас в Украине. Антуан, я знаю, что вы получили тоже за эту книгу престижную литературную премию во Франции. Насколько вы считаете, вот может даже то, что вы получили эту премию, это как-то помогло распространению ваших идей среди французских интеллектуалов, которые, наверное, все-таки эти идеи они не являлись мейнстримом. Мы знаем, что довольно-таки пророссийские настроения среди французских интеллектуалов. Насколько вот то, что вы написали, ваша книга и вот те отличия, которые она получила, немножко, может быть, повлияли на мнение в по поводу украинско-российского конфликта в французской интеллектуальной среде? Есть моя книга и есть
конечно, большая политика. Когда сбили Боинг малайзийский в июле, то это тоже повлияло. Французы вдруг поняли, что это не типа гражданская война, как говорили раньше, но это настоящая война. И когда моя книга, которая уже была издана, ну, название по-французски это «Russie, Ukraine de la guerre à la paix», «Россия, Украина от войны к миру», знак питания, то тогда действительно я был много раз приглашен в разных радиопередачи, телепередачи и мог передать свое понимание. Я почти 20 лет жил и в России, и в Украине. У меня есть друзья и в России, и в Украине. У меня есть предки, которые жили в Санкт-Петербурге, а у меня есть предки, которые жили в Севастополе и в Одессе. Так что моя тема не полемическая. Я хочу объективно объяснить, какая ситуация. Я хочу найти выход из положения. Я хочу мира. Вообще, я директор исследований в Париже, в Коллеж де Бернардин. И наша главная тема – это как создать мир. Peace building. И мне кажется, это повлияло. Во-первых, мы создали теперь месяц тому назад такой группа интеллектуалов, который называется «Комитет Украина». И там входят не только специалисты, как я и некоторых моих коллег, но очень известные интеллектуалы. Здесь вы знаете Бернар-Анри Леви, но есть также и, скажем, Алан Безансон или Шантал Дельсоль. Это люди, которые каждую неделю пишут в больших газетах, как «Le Monde», «Le Figaro» и так далее. А они, в принципе, понимают, что нужно поддерживать Украину. Но они не имели точные данные. И поскольку пропаганда постоянно из России передает полуправды, это очень сложно бороться против полуправды, вы это знаете здесь. А мы занимаемся почти ежедневно этого факт-чекинг. Вчера я был в Лувене, в университет Louvain-la-Neuve в Бельгии. И там был человек, который явно представитель российской пропаганды, и который объяснил людям, студентам, преподавателям, которые там были, что, вы знаете, в Украине есть 20% населения, у которого национальность русская. Когда люди это слушают, они думают, поскольку во Франции мы не разделяем между гражданством и национальностью, мы тогда понимаем, есть 20% людей, которые живут в Украине, которые имеют российское гражданство. Понимаете? А это ложь. Это пропаганда. Но если, понимаете, люди не знают, что в Украине есть разность между национальностью и гражданством. А мы это не делаем. Поэтому нужно заниматься ежедневно такой объективной информацией, объяснить, например, другой пример. В этой книге я пишу, что Франция подписала меморандум в Будапеште в 1994 году вместе с Америкой, с Великобританией, Россией, Украиной и Китаем. И когда я это пишу в газетах, люди мне говорят, ну откуда ты это взял? Мы знаем про Россию, Америку, Англию. Откуда? И не соглашаются. И мне пришлось опубликовать письмо, которое Франсуа Миттеран отправил до Леонид Кучма в декабре 1994 году, где Франция обязуется оказать поддержку политическую, военную и так далее до Украины, если территория, если суверенность Украины будет разрушена. Понимаете, если мы можем дать такие информации до Франции, тогда это поможет
больше поддержки со стороны французского правительства до украинского правительства. Здесь это уже невозможно даже иметь разговор по продаже Мистраля России, поскольку если вы подписываете международный договор, где вы обязуетесь вот, сохранить суверенность Украины на вся территория, то речь не может идти о продаче оружия России, которое, наоборот, аннексировало часть Украины. Вот это то, что я пишу в этой книге и стараюсь объяснить, что, к сожалению, правительство России сегодня не соответствует того понимания, того любовь, который, в принципе, французы имеют для России, Солженицына, Пушкина, Ахматова, Мандельштама и так далее. Люди во Франции имеют миф de l'âme russe, русская душа. А на самом деле миф есть доля истины в миф, но нужно на самом деле иметь мифологический подход, где логос, где рациональность критикует, проверяет, если действительно сегодня российское правительство соответствует такой, той идее русской души, которые мы имеем, потому что мы читали Достоевский или Толстой и так далее. И мы должны также представить украинская идея. И нам не хватает очень поддержка со стороны украинских журналистов. Недостаточно присутствует. Я знаю, что Громадский имеет на английском языке передачи. Это очень хорошо. Нужно делать по-французски. Франция влияет. Следующий шаг. Давайте сделаем. Вот, кстати, вопрос тоже, вот вы говорите об этой такой мифе русской душе, об какой-то такой руссоцентричности. Насколько вообще в интеллектуальных, в академических кругах распространено такое, называют его некоторые исследователи, ориенталистским таким подходом вот тоже к Восточной Европе? Вот так, как когда-то рассматривали Ближний Восток, Дальний Восток, вот этот в ключе какой-то, что это экзотические страны, что это просто субъекты, они просто объекты, они не являются субъектами политики международной. Так вот, один, по крайней мере, наш коллега, ваш коллега, политолог из итальянский, из Вильнюсского университета, написал очень интересную статью вот о том, что в западном подходе сейчас вот во взгляде на то, что происходит между Россией и Украиной, преобладает снова вот такой ориенталистский подход, когда Украину не воспринимают как субъекта политики международной, а только как объект. Об Украине говорят только в связке с Россией, только постоянно акцентируя внимание на интересах якобы законных, легитимных интересах России в этом регионе. Насколько вот во Франции тоже вы замечали такой подход, и меняется ли это, это то же с тем, как, возможно, больше появляется украинских голосов, украинских каких-то напрямую новостей? Это меняется, но очень медленно. Понимаете, чтобы менять серьезно такую постановку, то нужно, во-первых, преподавать украинская мова. Нужно как обстоят дела с этим во Франции, кстати, в университетах? Очень плохо. Есть три университета только в Париже и в Клермон-Ферон, и еще третье место, где преподается украинский язык в университете. Это очень мало. Во всех городах, где есть университет, преподается русский язык, преподается русская культура, русская политология и так далее. А что касается Украины, никто не знает, что такое Украина. То есть снова какая-то придаток России, да, просто Украина? Да, ну да. Так что здесь нужно работать. И мне кажется, это работа украинского правительства. Открыть культурные центры, поддерживать развитие украинской мовы, украинская культура, организовать приезды интеллектуалов, делать передачи на английском, французском языке про то, что происходит в Украине, так, чтобы мы получили хорошие информации. И мы поняли, что то, что происходит в Украине сейчас, это касается всей Европы.
На самом деле, я считаю, что Украина защищает Европу сейчас очень сильно против имперских видений Путина. Украинцы это хорошо поняли, а мы до сих пор не поняли. Поэтому мы нуждаемся того, что делается здесь. И поэтому я очень рад, что есть теперь договор между Европейское сообщество и Украина. Я надеюсь, что это даст быстрый результат, что касается виза, например, что касается бизнес и так далее. Здесь есть много, что можно делать. Главное – это больше объяснить. Например, я был 2 дня в Париже назад, и есть люди, которые не понимают, почему 9 апреля были приняты законы, которые забороняют коммунистическая пропаганда. Запрещают коммунистическая пропаганда. Во-первых, потому что они против такие законы вообще. А во-вторых, потому что они считают, что это может быть опасно, это может быть усложнять еще ситуацию в Украине. Нам нужно, чтобы люди из Украины приехали и объяснили, почему, во-первых, любое государство это делает, любое государство имеет свои ценности и должно их защитить. Я лично очень поддерживаю то, что было сделано. Во Франции это невозможно сказать, что Холокост во время Второй мировой войны не было. Если вы это скажете и напишите статью, то будет суд, и вам нужно будет платить достаточно дорого. И коммунизм это тоже опасная идеология. Это 100 миллионов людей погибли в 20-м столетии. Только в Китае в конце 50-х годов это больше, чем 40 миллионов людей погибли за 2 года. Голодомор 5 миллионов людей. Николай Верт, лучший историк Голодомора, объясняет, что каждый день 20 тысяч людей погибли каждый день в период 6 месяцев. Вы представляете, это просто... А французы не знают об этом, поскольку никто не говорил про Голодомор как геноцид. Так что сейчас это очень важно, чтобы Украина это объяснила, что законы такие обязательные, чтобы создать новое правительство. А дальше, что, конечно, это нелегко осуществить в реальности, ну, практически такие законы, но это возможно, по крайней мере, иметь дискуссии так, чтобы украинское общество могло разделить мнение по этому поводу. Очень опасно молчание и просто бюрократические решения, так рада голосовала и все. Нет, должны быть дискуссии по этому поводу. Конечно, должны люди соблюдать закон, который был принят в Верховной Раде. Я так думаю, что Петро Порошенко будет подписать этот закон. Но и нам во Францию это будет очень ценно и полезно. Узнать больше и понять, о чем именно этот закон. Да, потому что да. Вот то, что контекст. Вы делаете сейчас, мы это не делали. Мы в Париже имеем улицу Ленина, мы имеем станцию метро Сталинграда. Мы не делали декоммунизацию. До сих пор есть коммунистическая партия. И, ну, потому что это тяжело, потому что это огромная тема. И даже дети, внуки плохо себя чувствуют, если родители плохо действовали в прошлом. Так что это очень сложная тема, но хорошо, что Польша, Чехия,
это делали в Прибалтике также, и что Украина сегодня это делает, это напоминает нам, что да, был суд против Гитлера, против нацизма в Нюрнберге, но до сих пор не было суда против коммунизма. И факт, что сегодня впервые это будет возможно иметь доступ до архивов КГБ и так далее для весь народ Украины, в том числе и 30-е годы самые страшные, мне кажется, это огромный шаг вперед. Так что нужно защитить этот шаг вперед через объяснение, почему и что от этого выйдет, и почему так важно защититься не только оружиями, а защититься благодаря правде. Если можно, вопрос о французской политике. Вы сегодня упоминали во время презентации о том, что партии по всему политическому спектру во Франции, начиная от левых и заканчивая правыми, в том числе радикальными партиями, они все довольно-таки благосклонно к России относятся вот в конфликте с Украиной. Нынешняя партия, которая при власти социалисты, президент Франсуа Олланд, тоже, скажем так, довольно-таки неоднозначную политику ведут. Там вспомним ту же историю с Мистралями, которую очень долго Франция не решалась что-либо сделать, отказаться от этого контракта или нет. И знаем, что скоро будут президентские выборы. Уже началась кампания, да, я так понимаю, хотя бы, ну, по крайней мере, неофициально, уже мы слышим заявление. Называют Марин Ле Пен, лидера крайне правой партии «Национальный фронт», и Николя Саркози, бывшего президента, главными претендентами на пост нового президента. И оба они говорят о том, что надо все-таки с Россией дружить, надо санкции убирать, надо, ну, такую довольно-таки пророссийскую позицию занимают. Какими вы видите вообще перспективы политические отношения Франции к тому, что происходит в России, между Россией и Украиной? Есть ли у Украины хоть какие-то основания для оптимизма? Ну, во-первых, я хочу сказать, что социалистическое правительство от Франсуа Олланда и Мануэля Вальса в принципе достаточно достойно вела себя по отношению к Украине. Она не продала Мистраль в России, она поддерживала партнерство между европейское сообщество и Украиной. Она приглашала несколько раз Порошенко, Путина, чтобы было сближение, попробовала в Минск установить мир. Я хочу, я их критикую, и вообще они потеряли популярность во Франции, потому что с экономикой, с разными вопросами они не очень хорошо справились. Но по отношению к Украине, мне кажется, не так плохо. Но дело в том, что они не останутся при власти. Они не останутся при власти. И поэтому действительно сейчас Украина должна заниматься Николя Саркози. Потому что Марин Ле Пен не имеет никакой шанс стать будущим президентом. Она действительно была первая на предыдущие европейские выборы. Национальный фронт был первый. Но европейские выборы – это не президентские выборы. Президентские выборы не может быть, чтобы Франция голосовала за Национальный фронт. Последний раз, когда это случилось, это Жак Ширак против отец Марин Ле Пен, то Жак Ширак победил на 80% против Марин Ле Пен. Здесь нет никакой шанса, чтобы Марин Ле Пен победила. Но есть реальные шансы, чтобы Николас Саркози победил. И сейчас, в следующий год, будут внутренние выборы в новом партии, который сейчас создает Николас Саркози, который называется «Республиканцы», «Les Républicains». Это новая партия, которую он создает. Есть два претендента. С одной стороны Алан Жюпе, с другой стороны Николас Саркози. Алан Жюпе, он сказал точно, что он осуждает политика Кремля по отношению к Украине. Так что Алан Жюпе, он
не будет дружить с Путиным, потому что он защищает Украину и европейская цивилизация. Николя Саркози, он сейчас действительно несколько раз заявил, что какая проблема, если крымчане решили голосовать за Россию, я не вижу проблему. Что, ну, глупо и показывает, что у него нет точной информации. Я свою книгу передал ему, у меня была такая возможность, поскольку, ну, я дружу с, ну, правая рука Николя Саркози, который ответственна за международные политики. Так что я знаю, что он читал книгу, и есть здесь аргументы, которые объясняют, почему сейчас это невыгодно для Франции поддерживать Путина. Но это не означает, что он будет менять свою позицию. Но нужно продолжать такую работу, отправить информации точнее. Например, вот когда говорят, что есть настоящий референдум в Крыме, то нужно сразу объяснить, что это не может быть настоящий референдум, и что Николя Саркози не может это сказать. Николя Саркози повторяет то, что ему говорит Элен Кардон-Кос, что был державный переворот в Киеве 21 февраля. На самом деле не было державного переворота. Это все законно было сделано Арсения Яценюка, Кличко и другие. Просто вернулись до Конституции 2004 года. И сам Янукович уехал, сбежал. А это Элен Карарденкос, ближняя помощница Саркози, не говорит. Она говорит, что сделали давление на Янукович, и из-за этого ему пришлось уехать с Киева. Так что вот здесь факт-чекинг очень важный, потому что это дает правильные информации, и потом Николя Саркози не сможет делать такие заявления, что Крым имеет право определить себя. Это первое. А второе, я все-таки уважаю Николя Саркози, и считаю, что если он делает такие заявления сегодня, это в основном, чтобы крайние правые голосовали за него во время президентских выборов. Но это совсем не означает, что когда он станет президентом, он будет действовать, как он действовал в 2008 году, когда он был в Грузии и в Москве, чтобы установить то, что было названо мир между Россией и Грузией. Он умный, и он понимает, что Путин сегодня, в 2015 году, гораздо больше опасный для европейского сообщества, чем Путин в 2008 году. Спасибо большое, Антуан. Очень интересно с вами общаться. К сожалению, уже время подходит к концу, но хочу сказати всім глядачам, у кого ще залишилися питання до Антуана Ржаковського з приводу його книги «Розбрат між Україною та Росією», завтра зможете їх задати на презентації цієї книги у книгарні «Є» в Києві о 17 годині. Спасибо вам большое ще раз. Спасибо. Нагадаю.